Всем привет. Посылка пришла, не знаю, что в ней лежит. Давайте посмотрим вместе. Угу, понятно. Это у нас. Это у нас. Сумочка на велосипед. Она также переносная. Так, вот крепление, скорее всего, небольшое. То есть у нас электровелосипед идет, посылка. Здесь, наверное, все-таки не хватит. Хотя не факт. Ну, посмотрим. Рама у него квадратная, большая. Поэтому может не хватить. Либо что-то надо будет нарастить. А сумочка вообще интересная. Так раскладывается. Ее можно снять с велосипеда и носить отдельно. Так вот. Ну, по крайней мере, качество мне нравится. Нормально. Светоотражающие элементы. Угу. Ну, так, смотрим, что за отделы. Я так понимаю, это чехол для сумки. Хранится он в нижнем отсеке. То есть, когда дождь, можно сумку одеть. Такой он огромный. Мало места перед камерой. Сюда можно положить что-нибудь. Сюда. Так. Давайте попробуем еще открыть. Ага. Еще и на плечи ремень. Ну, ремни так себе. То есть, конечно, здесь пластик. Тяжелое лучше не таскать. Хорошо, кладем. Сколько сюда может войти? То есть вот такая вот ширина, вот такая длина. Так, закрыли. С боков это лямка, а еще это что? Пока не пойму, что здесь крепится. Ну, наверное, к чему-нибудь. Вот так. Раз. Раз. Так, значит, положим. Стегнем. Так, теперь карманы. Карманы тоже здесь непростые. Во-первых, этот закрываем. Открываем следующий, нижний. Открываем. И сумка увеличивается еще на 5-7 сантиметров. То есть, если что-то у вас высокое, вы можете туда положить. Идем дальше. Здесь вот такой вот карман. Вау. Вау. Вау, ничего себе. Это сумка сбоку болтается еще от этого. Тоже с отражателем. Ничего себе. То есть вот таким образом.
Если что-то, да, надо на велосипеде показывать. Если что-то длинное надо разместить высоко, то мы размещаем в этот карман. Замки вроде хорошие, крупные. Ну, я так понимаю, это влагозащита. То есть это хорошо. Интересно складывается. И такие карманы с обоих сторон. Так. Ну да, это зад. Это перед. А здесь вот как-то еще что-то. А, утягивать можно. То есть, допустим, раз, чтобы в этот карман песок не сыпался. Ну, хотя отверстие такое. А, может, что-то торчащее, может, такое. А, сейчас включится, нажал. Вот так вот. Ну, не факт. Ну, что я хочу сказать. Цена будет на экране. Ссылочка под описанием. Давайте тогда поставим на велосипед и посмотрим, как. Ну, наверное, не на электровелосипед. А что еще? Еще какой-то замок. А ну-ка. А мы его открывали. Это увеличение. Да, это увеличение объема. Понятно. Ну, по крайней мере, точно не маленькая. И точно не из плохих. Ну, и здесь пахнуть нечем, пластмассы нет, поэтому она не пахнет. Вот такая сумочка. Еще раз повторяю, она будет стоять на электровелосипеде, который идет к нам из Китая. Мы его покупали за 45 тысяч. Посылка будет большая, поэтому может прийти чуть-чуть попозже. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и вступать в наши группы. Все ссылки под описанием.